отчисленных студентов-грантников могут обязать возместить затраты на обучение. Такую инициативу предложили в счетном комитете. В прошлом году обучение в вузах прервали 366 студентов, обучавшихся по грантам. На них государство затратило около миллиарда тенге. Ведомство считает, что правила возмещения средств госвузам нужно разработать по примеру программы «Болашак». На обучение затратили деньги. Он плохо учился. Его отчислили за неуспеваемость. Он нарушал там правила внутреннего распорядка. Отучился 2-3 года, тоже ушел. Ну, я думаю, какой-то механизм возмещения же должен быть. Как отметили в Министерстве образования и науки, такую возможность возврата средств специалисты рассмотрят. В целом, по итогам аудита в ведомстве выявили финансовые нарушения на сумму свыше 1 миллиарда 800 миллионов тенге. Работа по устранению выявленных нарушений высшими учебными заведениями и министерством была начата в ходе государственного аудита. Так, были восстановлены по бухгалтерскому учету 919,3 миллиона тенге, возмещены средства в доход бюджета на общую сумму 365 миллионов тенге.